Современные монеты, господа, сейчас я вам покажу. Это Пушкины. Значит, вот. Это у нас эти четвертаки. Но они, кстати, дорогие, эти четвертаки. Здорово. Вот. Сейчас, подожди. Серия мультиков. Мультики, короче. Крокодил Гена. А вот, кстати, еще вот эти. Вот эти они какие-то вообще там первые выпуски космических денег стоят. Вообще дорогие они. Значит. Что еще я хотел показать? Вот. Это магнитная, не магнитная. Видите, вот. Значит, Алания вот это стоит магнитных денег. Не магнитно ничего не стоит. Ну, то есть один магнитится, один не магнитится. Здесь денег стоит, который не магнитится. Да, то есть магнитится, видите, редкая. Ну, редкая, не редкая, не знаю, но собирают. И вот эти современные монеты. Это не мой конек, короче. Это у нас что? Стрельба из карабина. Вот 12 тысяч. Типа она идеальная. Хотя с чему бы быть ему не идеальным, он в обороте и не был никогда. Да? Что там это? 175 лет нужно. Значок и медаль. Ну, давай потом. Потом? Да. Хорошо. Ну, попозже. Я могу тебя оставить. Потом. Там брось на стол. Вот так положу, только не поцарапай. Хорошо. 2000 надо. Хорошо. Я потом тебе уберу. Yes, sir. Ну, когда угодно будет. Давай, давай. Там брось на стол, положи. Хорошо. Да, да, да. Значит, вот. Да, да, пусть лежит. Ну, погоди, короче. Значит, ну погоди, они бывают еще цветные, цветные, вот в таких блистерах он стоит дорого, между прочим, там они чуть ли не, там, не знаю, по 15 тысяч что ли, вот таких блистеров, по 10, там, не знаю, каких-то безумных денег. Это министерство, официальный выпуск, эти такие сувенирные жетоны, короче, всякими с крокодилами, с динозаврами. Это вот, вот эти ничего не стоят, там стоят они по 30 рублей, а вот это вот стоит там 500 рублей, и все, и обложка 100 рублей, и тут такое, короче, вот эти ничего не стоят, вот это, что вы говорите, там, вот эти четвертаки ничего не стоят, 30 рублей, я даже сомневаюсь, что вы больше, чем уверен, что вы их там по номиналу замучаете всех отдавать. Так, что за значки у нас тут? Значит, вот Риптор, кстати, хороший очень. Вот. Что еще? Вот это МГУ мне нравится, красиво, кстати, между прочим. МГУ. Эти годовые наборы, кстати, по годам. Самые такие 2002 год, наверное, знаете, которые денег стоят. ММД и ЛМД. 2002 год. Погодовка, значит. Это какой год? 90-й. Это сборная солянка, короче, вот здесь. 9500. Кстати, вот это хороший набор. Вот полированный Ленин. Так-то. Ну, сохран, конечно, тут уже. Она должна быть вот такой блестящий. Но тут я не знаю, кто ее отмоет, как его отмоет. Умелые руки, наверное, сделают. Ну, это не точно. Значит. А тут у нас это США, доллар США, Канада, Шманада, все такое. А это вот наши советские, короче, погодовка. Видите, надеюсь, все видно, слышно. Вот. Это какой набор у нас на экспорт. Видите, вот 76-й год, кстати. 76-й год, там двадцатка дорогая. Вот, рубль. 67-й. Так, сейчас смотрите. Пятерки. Надеюсь, вот так вам видно, друзья. Просто там с другой стороны неудобно мне.
разберетесь. Вот так. Это колушки. Самые дорогие, самый дорогой из этих колушек, короче, то есть рублей, кто не понимает. 66-й год. Самый дорогой 66-й год. 5000 плюс. От 5 до 10 тысяч. В общем, это так. Всем удачи. Берегите себя и своих близких. Таганка не спит.